На примере автоматики Искра-20 я расскажу, почему тухнет запальник в котле. Для того, чтобы этого не происходило, нужно термопару, у термопары зачистить контакты. Она идет отсюда, от котла, и сюда прямиком к автоматике поступает. Нужно открутить вот эту гайку на 8 или на 9 обычно. Зачистить контакты самой термопары и проводки. Вот идут датчик то ли тяги, то ли температуры. Проводки идут сзади, входят в этот блочок. Нужно здесь зачистить с двух сторон и саму термопару. И тогда все будет в порядке. Лично проверил.